Смотрите, какой хорошенький. Зубки покажите. Видите, какие у них зубки? Два нижних больших и верхние такие. Видите, какие красивые? Очень длинные зубки. Ты мой хороший. Ты мой красавчик. Хомячок. И то за щеками. У них у всех что-то за щеками лежит. Обязательно. Про запас носят. Вот самый хороший. Такой красивый. Тимошечка. Куда вы хотите от меня сбежать? Я не понимаю. Ну куда вам сбежать? Вам нужно всем бежать ко мне. И возле меня бегать. А не убегать от меня. Ну где я буду тебя искать, дурачка? Ну где? Ну где? Тебя съедят коты, тебя съедят даже вороны. Ну где я буду тебя искать? Куда ты побежишь? Ума нет. Малыш мой, ты должен крутиться возле меня, вокруг меня бегать. Только вокруг меня. И тогда все у тебя будет хорошо. А если ты так убежишь, что мама тебя не укараулит, я же все время за тобой караулю. За тобой смотрю. Куда ты побежал? Скажи мне, если я отвернусь. Она же тихо бегает. Ты куда-то убежишь, куда-то. И дальше что ты будешь делать? Ты думал об этом? Дальше что будешь делать? Не думал вообще. Я должна за тебя думать. Я. Кстати, да, они у меня сидят в пластиковых коробках больших. Не знаю, сколько там литров, но это больше, чем клетки. Клетки меньше продаются для них. И, кстати, в клетках хомякам нельзя. У меня два хомяка больших моих. Я их просто не пересаживаю, потому что они привыкли к своим клеткам. Но они постирали себе все носы об эти прутья. Они пихают морду между прутьев. И вот здесь на переносице нет волос. Вот здесь они перетирают. Сейчас я покажу его маму с перетертым носом. А ты пока пойдешь бегать в трубу. Хороший. Вот какой. Такие ушки большие. У кого такие ушки? И все время надо куда-то бежать. От мамы бежать. Куда бежать? На пол вывались. Я должна тебя держать. Следить за тобой. Вот, а ты мне надо очень. Как ты думаешь? Как ты думаешь? Ты мне очень надо. Я тебе нужна больше, чем ты мне. Понял ты? Я тебе нужна больше. Ты без меня? Мой хороший. Мой любимый. Что ты будешь делать? Скажи. Вообще. Ты ни одного дня не продержишься без меня. Только если в моей коробке. Там ты запас еды себе много. В коробке продержишься. А на улице не продержишься. Не продержишься ты на улице. Поэтому... Ты должен следить за мной больше, чем я за тобой. Какой ты красивый, смотри, у меня. Ну, почему ты у меня такой красивый, знаешь? Потому что... Ой, ладно. Все. Спасибо, что смотрели. Помаши лапкой. Помаши туда. Помаши лапкой. Вот, давай. Скажи, я пошел. Пока.